Бог – это любовь. Любовь – это Бог. В слове «любовь» содержится «бовь» – Бог. Люди – Бог. Любовь. Пребывающие в любви пребывают в Боге, а Бог в нем. Бог помогает тем, кто любит и любим. Когда горит яркий огонь любви – это свет. Это яркий свет, на него начинают покушаться, на этот свет, загасить его. Но любовь всегда побеждает. Если два сердца любят друг друга, то им не страшна никакая тьма. Их свет, их костер любви разгорается, они подкидывают дрова в него, как в печь. И Бог помогает. Бог – это любовь. Любовь – это Бог. Люди – Бог. Бог с теми людьми, где есть любовь.